Поете так, что слышит весь город, спойте так, чтобы услышала вся республика. Это четвертый сезон проекта «Поющие города» и я, Юлия Александрова. Привет! Сегодня мы увидим и услышим очередную тройку наших участников, которые претендуют на славу и признание своего таланта. Если вы тоже хотите испытать силы на музыкальном олимпе, сделайте это непременно. О том, как правильно снять видео и куда его отправить, вы узнаете на сайте ctv.by. А вот и первое видео. Здравствуйте, меня зовут Сергей Буленков, мне 29 лет, я из города Климович, Могилевская область. Суета! Ой, то есть Сергей Буленков из третьего сезона проекта «Поющие города». Вот это задор! Судя по оптимизму, бьющему через край, кажется, что цыганка что-то шепнула Сергею по поводу участия в проекте. Да, смотрите, слушать на Сергея одно удовольствие. Похоже, от таких участников, от их энергии можно даже заряжать мобильные телефоны для того, чтобы потом снять видео. Или второй вариант – включать его песни на приусадебных участках, на благо урожая, так сказать. У него-то вон какие ромахи вымахали. Итак, Сергей стремится вперед по красной дорожке, которой вполне может стать дорога в полуфинал. А мы переходим ко второму участнику. Всем привет, меня зовут Стас Архутик, мне 16 лет, я из города Речицы, что в Гомельской области. И сейчас я исполню для вас песню группы Би-2 «Блюз 16+.» Память сваренная в кашу, праздник сильно приукрашен, чайной ложкой бьют в колокола. Конечно, видно, как волнуется Стас, но, тем не менее, умело справляется со своими эмоциями. Подумать только, в первый сезон проекта «Поющие города» ему было всего 12, а сейчас 16, и он полноправный участник нашего конкурса. Стать взрослым, оформив сделку на перекрестке. Хочу отметить, что свежий хит группы Би-2 звучит в исполнении Стаса не хуже, чем у Шуры и Лёвы. Плюс 16+. Харизма есть, вокал приятный и много времени впереди для того, чтобы порепетировать где-то на более серьезных площадках, а не сидя на диване дома. Всем привет, меня зовут Ксюша Токарева, мне 21 год, я из Минска, исполню для вас песню One Night Only. You want all my love and my devotion. You want my loving soul. Вот слушаю Ксению, и мне представляется романтический ужин в шикарном ресторане. Звучит живая музыка, голос Ксюши и легкое эхо. Чувствуете, да? Вот кажется, сейчас кто-то подойдет и пригласит на медленный танец. Нет времени на медленные танцы, больше драйва, энергии и желания поучаствовать в проекте «Поющие города». Хотите попасть в число претендентов на победу? Тогда прямиком на ctv.by. Там есть вся информация, как снять видео и отправить его нам. По крайней мере, вас точно покажут по телеку. Я-то знаю, это приятно. С вами была Юлия Александрова и проект «Поющие города». Пока!